Золотой дождь прольется на 4 знака зодиака в ноябре. Астрологи рассказали, что Вселенная подготовила не только испытания в ноябре, но и подарки, в том числе финансовые. На кого же прольется золотой дождь? Рак. Для раков настанет суперинтенсивный период, когда придется много работать. Зато Вселенная приготовила для вас щедрую денежную награду и светлые перспективы в карьере. Вам предложат новый проект. Не отказывайтесь. Придется потрудиться, но результаты превзойдут все ваши усилия. Плоды от труда будут, ну, очень щедры. Дева. Неожиданное финансовое благополучие прольется на Деву. Причем деньги придут за ранее проделанную работу. Так что в ноябре напрягаться не нужно. На этой приятной волне вам предложат несколько перспективных возможностей, которые помогут вам также неплохо заработать. Ищите надежных деловых партнеров и смело беритесь за новые дела. Скорпион. Скорпионы всегда добиваются много, зачастую используя запрещенные укусы. Да, это нечестно, но зато действенно. Но астролог вам рекомендует избегать запрещенных приемов в ноябре. Направьте силы на поиск слаженной и крепкой команды, с которой можно будет осуществить крупный проект, стоимость которого будет неприлично высокой. Далее слушайте интуицию, и золотой дождь вам обеспечен. Водолей. Если Водолей сможет побороть свою лень, то ноябрь станет для них началом успешного пути, усеянного золотом. Водолеи – люди творческие, и их мозг не знает покоя, генерируя массу идей. Вот только до реализации он все никак не доходит. Водолей давно мечтает попробовать себя в совершенно другом деле. Но то ли храбрости уйти от привычной жизни не хватает, то ли лени много. Астролог рекомендует дерзать в ноябре обязательно. Побольше смелости и креатива, и вы в шоколаде или в золоте. Причем с перспективой благополучия на много лет вперед. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту четверку знаков зодиака, на которых прольется золотой дождь в ноябре? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!